Треті вихідні поспіль продовжується боротьба зі стихійною торгівлею. 19 жовтня на сесії було прийнято рішення про заборону торгівлі на території біля ринку. Проте у суботу підприємці все ж розпочали свою роботу. Представники влади та поліції вирушили на ринок. На місці була і наша знімальна група. Посадовці та підприємці у черговий раз не дійшли згоди. На вимогу звільнити територію біля ринку торговці відреагували скептично. Поліція у свою чергу відмовилася проводити конфіскацію майна. Свої дії представник поліції мотивував відсутністю законних підстав. Возле рынка, получается, есть решение исполкома, что это ярмарку запретили. И есть, с одной стороны, со второй стороны есть акт на землю, что это их территория. То есть у них, получается, возник хозяйственный спор. Надо обращаться в суд и решать этот вопрос через суд. Я не могу изымать у них товар, потому что их как бы рынок обелетел, есть акт на землю, что это их территория. То есть надо решать, либо если аннулируют этот акт, так как исполком говорит, что он там... недействительный или полудействительный, я не знаю, как они там. Но это все решает суд, это не решаю ни я. Представник громадської організації «Антикорупційний контроль України» діями поліції невдоволений. По факту бездействия полиции, то есть у нас есть готовые видеоматериалы, то, что в один день полиция ходит, рассказывает о том, что здесь торговать нельзя. На следующий день, когда было наше отсутствие, полиция поступала крайне противоположно. Соответствующие материалы переданы в прокуратуру области, переданы в Генеральную прокуратуру Украины. Підприємці припиняти роботу не збираються. Навпаки, налаштовані звернутися з проблемою до міської ради. На захист підприємців виступила директор ринку В'ячеслава Ольга Кудрявцева. Будуть міста. Я дуже хочу, щоб у людей були міста. Мені всі однакові, я хочу, щоб всі люди працювали. Але особливо ті, які з сіл приїжджають, ми обов'язані. Він і називався, коли ми його будували, колхозний ринок. Якщо ми, нас обілетили тут, ми приїхали. За аренду уплатили, обилетели нам дали квитанции рыночного сбора. Значит, мы стоим законно. То есть не своевольно мы стали. Все претензии к администрации, пусть милиция, ваша мэрия, все претензии там втроем соберитесь и пусть они решат там. Наши представители с Коминтерна приезжали в среду, когда была сессия, и им сказали, что мы должны подойти в 3 часа. Во всяком случае, нам обещали, что нас примут. На сессии, я не знаю, что рассматривались, мы подходили к секретарю, и к Новацкому приходили. Секретарь наш сегодня ждет 3 часа, сказал, поработайте к нам 3 часа. На сьогоднішній день знайшли рішення лише для пенсіонерок, що торгують зеленню біля Імексбанку. Договорились с нашими местными предпринимателями, у которых есть уже отведенные места закона. Они согласились принять наших пенсионеров, которые продают зеленью. Это все будет как бы бесплатно за их счет. Они впоследствии, ну, потом в будущем установят им прилавочки, установят какие-то навесы. Но вроде бы как спрашивали у людей, ну, альтернатива их устроила. Сейчас придем сюда, нам устраивает, только чтобы не так далеко на тот базар. Нормально тут, а если нам сделать еще навес, чтобы это вот, то нормально. Раз уже место там нам дали, то будем перемещаться все. Чтобы уже, как говорится, чтобы мы уже все были в кучке, все вместе были вместе, правильно? Наразі питання торгівлі по вулиці Хіміків залишається відкритим. Управлінці визначаються, як саме вирішити ситуацію.